Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и разработчики порадовали новостью по поводу того, что стартует Blitz Summer Cup. За просмотр этих трансляций вы будете, как обычно, получать призы. Есть некоторые изменения, сейчас я обо всем расскажу. И, ребят, попытаюсь максимально короткое время высказать не только свое субъективное мнение, но и дать вам полезную информацию, которая поможет вам получить максимум от этого события. Итак, ребят, давайте будем разбираться первое с чем. Что мы получаем за просмотр трансляции? Если раньше нам начисляли за просмотр трансляции контейнер, которые мы открывали по факту их начисления, то сейчас, ребят, контейнеры вам необходимо заслужить. Но это не так уж и сложно, потому что за один сыгранный бой в день вы будете получать целых 7 контейнеров. И контейнеры эти вы должны открыть полученными ключами в течение 3 дней с момента начисления этих контейнеров. Короче говоря, контейнеры получить абсолютно несложно. Что необходимо для того, чтобы их открыть? Давайте обратимся к новости, которую выложили разработчики, и будем с ней подробно разбираться. Вам будут начисляться ключи за время просмотра трансляций. За трансляции, назовем их первого уровня, вы будете получать максимум 3 ключа. Это если вы просмотрели полностью всю трансляцию. Вы будете получать максимум 5 ключей за просмотр второго турнира, ну, то есть второго уровня этих же трансляций. Поднимемся выше и смотрим. Суммарно у нас есть 3 сервера, на которых проходит турнир. На первом сервере первая игра и на втором сервере вторая игра. Первая трансляция на втором сервере, вторая трансляция на втором сервере и на нашем любимом евросервере первая трансляция и вторая трансляция. Так вот, за каждую первую трансляцию, они же 12, 14 и 19 августа, вы будете получать максимум 3 ключа, если вы посмотрите полностью все трансляции от начала и до конца. Что касается вторых дней, то за 13 число, 15 число и 20 число за эти трансляции вы будете получать максимум 5 ключей. Таким образом, получается, что за каждый сервер вы будете забирать себе по 8 ключей, а суммарно за все 6 трансляций вы сможете забрать 24 ключа. С этим, я думаю, разобрались. 24 ключа, что они нам дают? Они нам дают возможность открыть 24 конта. С учетом того, что за один бой в день вы получаете сразу 7 контейнеров, а открывать их можете в течение 3 дней с момента начисления, то даже этими 3 днями, если ограничиться, вы наберете себе необходимое количество контов. Я имею в виду, если будете просто делать один бой в день, ну и, соответственно, получать 7, то уже 21 контейнер, а суммарно 24 ключа. Что касается того, что мы отсюда сможем забрать и что для этого необходимо. Я не буду заострять свое внимание на том, что вы сможете забрать серебро, там свободный опыт, какие-то аватарчики и так далее. Давайте поговорим о самом важном. Это, безусловно, машины, которые отсюда можно собрать. Так вот, ребят, с вероятностью 1% вам может выпасть из контейнера Титан 54D. И это все. То есть нет возможности собрать его частями и так далее. Просто вот такая вот награда, самая уникальная, самая крутая. Что касается двух других машин, а именно Шкода Т56 и М4U. Вот эти вот две машинки вы можете собрать частями сертификатов, а именно из каждого контейнера вам будут выпадать 7 частей сертификата на одну, либо на вторую машину. Я на калькуляторе приблизительно, там точнее не приблизительно, а точно прикинул на калькуляторе, что можно получить с 24 контов, которые вы откроете, просмотрев все 6 событий турнирных. И получается, что с 24 контов вы соберете 168 частей сертификата. С высокой долей вероятностью они будут выпадать вам таким образом, что на финише вы получите недособранную Шкоду Т56 и недособранный М4U. Ну вот такая вот математика. Может быть, вы войдете в перечень тех игроков, которые все-таки соберут себе 100 частей сертификата, а именно столько необходимо собрать для того, чтобы открыть себе машину. Какую-то из этих тачек вы заберете, а на вторую, ребят, вам на сдачу останется там, ну пускай 68 частей сертификата или чуть меньше. И дальше эти части сертификата просто будут лежать в вашем хранилище, так как это происходит, допустим, у меня на сегодняшний день, безусловно, не самое большое количество этих частей сертификатов, но, как вы видите, достаточное количество на каждую из машин, у меня что-то собрано, и все никак дособрать я не могу. Поэтому есть вероятность того, что полностью машину вы себе не соберете. Это правда жизни, и я не собираюсь об этом молчать. Теперь, что касается того, как и когда что будет проходить. Ну, первая плохая новость в отношении расписания трансляций для тех ребят, которые на евросервере. Ну, мы-то на евро, поэтому его и обсуждать будем. Обратите внимание, что первая же трансляция, которая должна состояться 11 августа, будет в 4 часа по CEST.
Если вы, допустим, находитесь в Киеве, то, если мне память не изменяет, разница во времени составляет 1 час. То есть в 5 часов утра будет стартовать первая трансляция. И вторая трансляция тоже будет стартовать в 5 часов утра. Если вы хотите узнать точную разницу во времени между CEST и местом, где вы находитесь, населенным пунктом, где вы находитесь, перейдите, пожалуйста, по ссылочке, которые я оставлю в описании под этим видео. Там есть огромное количество полезной информации, там есть информация, где найти правильно разницу во времени, как пользоваться этим сайтом, там есть информация, как можно смотреть турниры, не закрывая интернет и имея возможность пользоваться интернетом, параллельно просматривая трансляцию. Короче говоря, ребят, не поленитесь, перейдите по ссылкам, там очень-очень много подробной и полезной для вас информации. Так вот, ребята, если мы говорим с вами о первых трансляциях, то с высокой долей вероятности ребята, которые живут, допустим, в Украине, они не смогут полноценно посмотреть эти трансляции. То же самое касается 14 и 15 августа. Они будут проходить в час дня по CEST, и многие ребята, я больше чем уверен, будут находиться в это время где-нибудь, ну, допустим, не знаю, там, кто-то на работе, кто-то будет находиться, не знаю, там, по каким-то делам, это все-таки хоть и выходные дни, но все же, согласитесь, мы днем не особо дома сидим. То ли дело вечерние трансляции. И здесь, да, действительно, 19 и 20 августа по вечерним трансляциям все нормально, все окей. Можно спокойненько вечерком включить трансляцию, заниматься своими делами, либо, если вы любитель трансляций, посмотреть красивые и зрелищные бои. Короче говоря, ребят, в этот раз, безусловно, будет гораздо сложнее забрать все награды. Как я уже сказал, перейдите по ссылкам, не поленитесь, получите доп. Информацию. Я лично попытаюсь, безусловно, взять от этого события по максимуму, но для себя понимаю, что какие-то трансляции я пропущу. Ну и понятное дело, что машину я не соберу уж точно, потому что мне просто не хватит ключей на то, чтобы открыть достаточное количество контейнеров. Причем нет информации о том, что можно будет части докупить, допустим, потому что я бы с удовольствием на какую-то из этих машин. Ни той, ни другой машины у меня на основном аккаунте нет. И поэтому я с удовольствием докупил бы части сертификата. Но, к сожалению, об этом инфа отсутствует. Короче говоря, ребят, всем приятного просмотра. Все, что смог пояснить, все, что смог рассказать, я сделал. Если есть какие-то дополнительные вопросы, обязательно пишите в комментариях. По возможности попытаюсь ответить всем о наболевшем. Я побежал снимать для вас следующее видео. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.